Добрый день, уважаемые зрители! Добро пожаловать обратно в Цивилизацию 5 за Речь Посполитую. Кстати, надо будет проверить, как это... Как в оригинале, они тоже Речь Посполитая или все-таки там Польша? Пум-пум-пум-пум. Почему ты здесь оказался? Ты шел сюда. La France t'offre cette proposition exceptionnelle. Ok. Ich sehe, ihr bewundert meinen neuen Damast. Soll keiner sagen, ich sei eine... Gadeuchini ino ein bedenoid. Akelua. Нет, значит нет. Греция предлагает сотрудничать. Давай. Ты вы что, он на самом дне? Я ничего против не имею. Толстяки мира я на первом месте, причем значительным отрывом. Торговля. Краков Момбаса. Уже есть такой. Краков Рагуза. Мне кажется, уже можно распустить этот караван и вместо него построить еще один грузовой корабль. Окей. Кельты публично осудили Грецию. Антананариву больше не союзник как-то. Справляемся. Так, дорога. Здесь есть дорога, сюда. Где мы будем ставить город? Да, вот прям вот там, где стоит этот самый... самурай. Греция, официальное заявление. Мы встретили Сидней. Пообещать защиту. Дорога. Краков растет. Сейчас мы денег подкопим, и тогда вам сделаем подарки. Баудика. Нет, нас это не интересует. Теперь следующая война, которую мы можем ввязаться на том континенте, только после того, как мы построим флот нормальный. Не раньше. Тебе нужна гавань, конечно. Прокладывай торговый путь в столицу по воде, если еще не существует наземный торговый путь. Морские торговые маршруты, исходящие из этого города, могут быть на 50% длиннее и производят дополнительно одно золото, если ведут в другую державу. Так, давай грузовой корабль. Сейчас мы навигацию откроем, тогда сможем строить фрегаты. Так, торговля. Этот есть. Мосонкани, Момбаса. Так, у меня пока что три города, да? Четвертый я сейчас построю. Тогда, когда после того, как я его построю, можно будет взять еще и Мосонкани. Что это хороший город. Договор об исследованиях, конечно. Театр Глобус создается в далеких землях. Ветер и волны всегда на стороне самых искусных мореходов. Навигация позволяет строить фрегаты, мощные корабли нового времени и уникальные каперские суда, которые добывают золото, нападая на прибрежные города и на вражеские корабли. Кроме того, города на побережье могут возводить морской порт, который способствует производству продукции из морских ресурсов. Да. Город. Тебе нужен... Это четвертый мой город. Где мои бесплатные здания? За подстава. Момбаса. Вперед. Бесплатная технология откуда? За Оксфордский университет.
дает бесплатную технологию, содержит две ячейки литературных шедевров. Требуется университет во всех городах. Ок. Плюс 3 науки, плюс 1 культура. Хорошо. Химия. Куда ни посмотри, химия повсеместно повысила уровень цивилизации и продуктивную способность нации. Химия позволяет строить пушки, осадное орудие нового времени. Также увеличит производство на рудниках, в каменоломнях и заводских комплексах. Пушки, говорите. А, не хватило денег. Давайте печатный пресс. Оружейную. А нужен мне еще один город? А можно еще вот здесь построить город. Надо подумать. Хиле, докей сой таута гата. Вот это уже лучше. Антана Нариву просит построить дорогу. У нас уже есть дорога. Ну да, есть дорога. Вот это вот типа ее перебивает. Я, кстати, не знаю, считается вот это за прерывание дороги. Ты дорогу. Ты ферму. Но вот это мне не нравится. Твою налево. Открытые границы. Окей. О, нам подарили. А, нет, вот все. Типа мы построили дорогу. Окей. И нам подарили пушку. Оружейное готово. Давайте еще одного поселенца построим. Замок готов. Ну, давай рыцаря построим. Великий пророк появляется в Варшаве. Хорошо. Так, пока что мне пророки-то не особо нужны. Давайте покупать пагоды. Пум-пум-пум-пум. Сюда. Торговый маршрут. Никому не нужен торговый путь? Нет. Рога. Вперед. А, это здесь иконка, а не здесь. Окей. Будапешт больше не союзник. Так, надо... занести там денежек. Рудник. Торговый пост. Поселенец. Так. Блин, ну такое сильное прям пересечение с другими городами будет при этом. Еще какие варианты? В
Вариант собрать всех оленей и рыб. Ну, вариант вот здесь высадиться. Или вот здесь. Может быть, туда. Иди прикрывай. Сюда. Распространить религию. Есть. Краков теперь следует нашей религии. Поселенцы. Караван-сарай. Петра создается в далеких землях. Греция и Милан теперь союзники. Долг газет. Печатать новости и поднимать скандалы. Печатный пресс позволяет вам строить зоопарк, постройку, которая улучшает настроение в империи и делает более вероятным наступление Золотого века. Также позволяет основать Всемирный конгресс. Пизанская башня, театр Глобус позволяет создавать мировой конгресс. Странно, что вот у печатного пресса нет никакого здания, связанного с печатным прессом, собственно. Так, пу-пу-пу-пум. Сюда. Рыцарь. Давай мы тебе дадим шок. Часовой. И ты идешь сюда. Тоже поплывешь на другой на другой остров. Континент, не знаю, что там. Грузовой корабль. Аринф. Зоопарк. Пизанская башня. Один бесплатный великих. Великая, одна бесплатная великая личность, плюс один культуру. Увеличивает на 25% скорость возникновения великих людей во всех городах. Рядом со столицей появляется великий человек по вашему выбору. Давайте вот так тогда. Зоопарк. Грузовой корабль есть. Гавань. Банковское дело. Мне нужно много-много денег, чтобы спонсировать все эти города. Требуется железо. У нас вроде есть железо. Здесь нужна лесопилка. О! Распространить религию. О, еще один самурай нам достался. Иди сюда. Рыцарь, падай. Вроцлав растет, хорошо. Украсть технологию. Только банковское дело, которое я и так уже исследую. Черт. Счастье, хороший счет в банке, хороший повар и хорошее пищеварение. Банковское дело позволяет строить банк. Это здание повышает производство золота в городе. Кроме того, вы сможете строить жандармерию. Эти постройки помешают шпионам красть ваши технологии. Лесопилка. Почему бы и нет? Купим тебе монумент и начинай работать над маяком. Пророк. Здесь не хватило. Повторить. И давайте исследовать. Давайте двигаться в сторону научной теории. Экономика, акустика, архитектура. Да. Повысили нашего шпиона.
Еще 19 очков мне надо. Бум. Бум. Кельты и Австрия теперь друзья. Будапешту больше не нужны инвесторы. Давай сюда. Монумент готов. Давай амбар. Нет, не амбар, акведук. Окей. Новый договор о научных исследованиях. Вроде ты ферму здесь собираешься строить, окей. Сюда. Развернуться, ждать. Город, ждать. Торговый пост. Ну, в принципе, можно здесь воткнуть город. Не сказать, что он прям будет супер шикарный, но тем не менее. Великие ученые появляются на 25% быстрее. Увеличивает на плюс 2 науку от каждого специалиста. Нет, мы хотели продвинуться по меценатству. Благотворительность. Гавань. Торговый путь. Можно еще один. Давайте построим грузовой корабль. Александр объявляет войну Баудика. Пизанская башня. Не хлопайте так громко. Здание старое. Может развалиться. Па-па-па-пам. Увеличивается на 25% скорость возникновения великих людей во всех городах. Рядом с со столицей появляется великий человек по вашему выбору. Очень хорошо. Так. Сюда. Сюда и строить. Запросы на великих людей есть? Нет. Пум-пум-пум-пум-пум. Тогда. Давайте ученого возьмем. А зоопарк готов. Давайте банк. Исследовать технологию. 1800 к науке. 200 ходов. Мы не уверены, что 200 ходов мы еще отыграем, так что... Во всей вселенной нет ничего более могущественного, чем сложный процент. Экономика позволяет строить мельницу в городах, построенных на равнинах. Мельница повышает производство, а также увеличивает золото с некоторых улучшений. Замечательно. Под громовый рык рогов и труп воинственных он повелел поднять свою могучую хоругвь. Джон Мильтон. Что-то цитата вообще незнакомая. Акустика позволяет строить оперный театр, который способствует росту культуры. А еще гильдия музыкантов, опера, Сикстинская капелла, вырубка красного дерева. Плюс две культуры. Это что такое? Вырубку красного дерева можно организовать только на клетке джунглей. Она дает дополнительное золото. После открытия акустики клетки, где производится вырубка, также будут приносить дополнительные очки культуры. Это доступно только для Бразилии. Под громовый... Окей.
Пум-пум-пум-пум. Так, этот караван тоже надо распустить и заменить на корабль. Где там можно было высадиться? Появилась религия. Наша религия, хорошо. Греция, ничего нельзя украсть. Автоматическое распределение веры. Пагода была куплена в Кракове. Хорошо. Пум-пум-пум-пум. 39, 36, 37, 36, 37. А я бы к Марии отправил агента. Тюрютюм. Кельты сделали официальное заявление. Защищать Милан. Окей. Выпас. Падская лодка. Но это, конечно, то, что самураи могут их строить, и при этом они не исчезают, это очень такой момент. Три очка. Нафиг пошли из моих городов, с которыми я дружу. Нет, мало. Следующий ход. Александр вообще любит дружить с городами-государствами. Он их защищает. О! Уже 2-2-2. Так, здесь нету клеток. Рано или поздно будет вон там клетка. Но тут есть самурай свой. Здесь уже улучшено. Ну, тогда пока что можешь тут немножко поисследовать. Так, зоопарк готов. Гильдия музыкантов, это я построю в Кракове. Давай-ка оперу. Ich sehe, ihr bewundert meinen neuen Damast. Soll keiner sagen, ich sei eine ungerechte Frau. Treffen wir eine... Нет, значит нет. И ты на хлопок. Ок. Nein? Нет, ну ладно. Кстати, Мария Тереза может купить лошадей. Архитектура начинается там, где кончается машина. Архитектура позволяет строить чудеса света, ускоряющие рост культурного уровня и научного развития, а также повышающие настроение. Галерея Уффици, Тадж-Махал, фарфоровая пагода, Эрмитаж. Фарфоровая пагода дает бонусы к договорам об исследованиях и один бесплатный великий ученый. Тадж-Махал плюс 4 к настроению, плюс 1 к культуре и золотой век. Галерея Уффици. Великий художник. Три ячейки шедевров. Два плюс два культуры. Требуется эстетика. Рядом с городом, где было построено чудо, появляется великий художник. Ну, такое. Ты иди исследуй. Грузовой корабль. Давайте посмотрим. Так, там вроде нету иконки про торговлю. Лодзь, Эдинбург. Вперед. Торговый пост. Афины. Ок. И еще один грузовой корабль мне нужен. Каравелла еще нужна. Давайте сначала грузовой корабль. Okay. Декларация дружбы. Кратер Баринджера. Производство 2 золота, 3 науки. Дружба.
Окей. Удержав Австрию, нечего украсть. Наружно чудо природы. Не помню, наш разведчик, это который с самого начала игры существует, он все еще жив? Охренеть. Харизесте. Просерку. Усапос. Усапос. Нет, пошел нафиг тогда. Наполеон завершает создание галереи у Фетцы. Рига. Пообещать защиту. Агрессивный. Религиозный. О, стоп. Ватикан. Тебя я пропустил. Пообещать защиту. Опера готова. Двенадцать ходов. То есть, если я построю фарфоровую пагоду, то я получу уже бонус с этого раза. А, гильдия музыкантов. Стоп, я оперу разве не построил? Музыкальный шедевр. А ты у меня кто? А ты художник. Все, окей. Бумс. Очень хорошо. Нет. Чего? Легейс. Ну тогда лови в ответку. Мельбурн, пообещать защиту. Получили бесплатного пикинера, который нам нафиг не нужен. Ну, отправляйся в Варшаву. Мария Тереза готовит нападение с моря. Спецагент Бенита обнаружил, что Мария Тереза создает армию и флот, флот прикрытия для внезапной атаки другой цивилизации. Ich sehe, ihr bewundert meinen neuen Damast. Soll keiner sagen, ich sei eine Ungerechte. Gade Eugeni ino ein bedenoid. Да, давайте сотрудничать. Or herwith. У тебя нет денег. Rademen glistiai i gyd. Тебе нужно 215 монет. Bitchur. Ну, придется ее проспонсировать на это дело. Великий писатель появляется в Кракове, великий художник тоже в Кракове. Очень хорошо. Так. Создать шедевр. О, капитан, мой капитан, сквозь бурю мы прошли, изведан каждый ураган, и клад мы обрели. Уолт Уитмен, листья травы. Так, ты сюда и жди. Акведук. Маяк. Жди здесь. Пока что у меня всего один голос, но в следующей эпохе, когда будут учитываться количество союзных городов-государств, то я думаю, что я выйду уже на первое место. Знали, что вы и кельты стали друзьями, приятно это слышать, ведь мы тоже с ними дружим в хороших отношениях. Хорошо. Ich höre. Налаживайте отношения с Антоном Нариву, это прекрасно, но представьте нам защищать его. Давайте закончим с этим. Трудоголики мира, я на третьем месте. Но не сильно отстаю от второго и первого. А, так, выгон. Торговый путь. Познань Афины.
Так, иди. Атолл надо улучшать? Нет, я не помню. Мамбаса. Познань я уже отправил. Надо еще в Познань. 12. Нет, давайте лучше здесь оставим в Мамбасу. Так, хорошо. Сюда. Банк. Торговые пути плюс одно золото. Золото плюс 2, плюс 25%. Окей. Построить. Следующий ход. Я заметил вашу армию. Какую мою армию? Рыцарь, который там исследует территории? У нас с тобой открытые границы. Ты ничего не попутал? Афины. Ферма. Пагода в Лодзь куплена. Хорошо. Да, давайте сотрудничать. И тебе не хватает денег. Treffen wir eine Abmachung. Hier. Есть. Три договора об исследованиях. Отлично. Так. Все, жди. Еще один самурай. Отправляйся в Краков. Гильдия музыкантов готова. Ну, давайте оперу теперь. Здесь надо еще обработать. Здесь. Здесь не надо. А городу Познань нужны цитрусовые. Что значит оранжевое? Нет, на Атолл не надо ничего делать. Хорошо, тогда... Куда бы тебя отправить-то? Иди исследуй. Нет, я не ту кнопку нажал опять. Сейчас. Разведка. Бум. Маяк готов. Давай гавань. Запретить киты, эмбарго Австрия. Нет, я против запрета китов. Не надо запрещать никакие ресурсы. Бригад. Мне не хватает денег. Окей. Жди здесь. Следующий ход. Франция против Александра, который на меня наезжает. Я не против, чтобы вы начали войну. Нет, нас это не интересует. Но... J'écoute. La France t'offre cette proposition. Если вы там устроите войну за три золотых... Я bewundert meinen neuen Damast. Soll keiner sagen, ich sei eine ungerechte Frau. Treffen wir eine Abmachung. Fort... Gadewch i ni un o ein byddinoedd ac elwa o'r herwydd.
Если вы устроите войну за 3 серебряных, то почему бы и нет? Каждый великий успех науки имеет своим истоком великую дерзость воображения. Научная теория позволяет строить школы, которые ускоряют научное развитие городов. Школа, лесопилка больше производства, академия больше науки. Время малых наций прошло. Наступило время империй. Новейшее время. Бесплатный институт. Все союзные города-государства будут предоставлять научный бонус в размере 25% от их собственных очков науки. Давайте посмотрим. 277 превращаются в 304. Ну, в принципе, неплохо. Так, новые исследования. Индустриализация. Нанят новый шпион. 41, 38, 39, 38, 38. Давайте к Наполеону его отправим. Мария Тереза ведет армию для внезапной атаки Афин. Так, резолюция принять запрет на редкие ресурсы Киты не проходит. Резолюция принять эмбарго Австрии не проходит. Оп. Куча торговли закончилась. Рагуза и Греция становятся союзниками. Греция теперь союзник Рагузы. Дружественный торговый путь разграбили. Наполеон объявляет войну Александр. Не лезь ко моим друзьям. Ок. La France t'offre cette proposition exceptionnelle. Excellent. Tu disais? Так, окей. Très bien. Tu disais? Есть. Хорошо. Фарфоровая пагода. Многое начинает казаться лучше, когда остается в прошлом. И из этой неприступной башни прошлого нас зовет и манит рукою тоска. Джеймс Рассел Лоуэлл. Фарфоровая пагода, требуется рационализм. Рядом с городом, где было построено чудо, появляется один великий ученый. Договоры об исследованиях приносят на 50% больше науки. Замечательно. Так. Автоматизируйся. И ты. Огонь. Бум. Поздно не растет. Хорошо. Сахар. Сидней запрашивает юниты. Так, мы всех защищаем? Да. Великий ученый. Я думаю, что строить академию уже не имеет смысла. Исследуем технологии. Индустриализация, уже ставшая неотъемлемой чертой нашего века, всего лишь одно из проявлений революции, которую произвели технические науки. Индустриализация открывает на карте уголь, а также позволяет строить фабрики, которые значительно ускоряют рост производства в городах. Пулемет Гатлинга, который... Арбалеты улучшаются в пулемет Гатлинга, но при этом у арбалета дистанция атаки 2, а у пулемета только 1. Что меня просто несказанно раздражает. Вот прям вот я... Бешусь каждый раз, когда это вижу. Биг Бен, фабрика, уголь. Есть. А, здесь надо поменять. Что, всего 2 угля у меня на карте, на моей территории? Ты иди сюда. Так. Так. И все, больше угля нет на нашем континенте. Археологию. +4 к настроению.
Давайте построим Тадж-Махал, потом школу. Или фабрику, посмотрим. La France t'offre cette proposition exceptionnelle. Нет, все, открытые границы я больше никому не даю, чтобы они не копали на моей территории эти археологи. Чтобы не копались на моей территории. Отслов растет, Милану больше не нужны инвесторы. Мы построили фарфоровую пагоду, отлично. Не понимаю, почему это на оранжевом выделен. А, они, мы им обещали защиту, они сейчас с кем-то воюют. Или нет? Непонятно. Сорок шесть очков. Бум. Еще немножко надо подождать. Мне доложили, что мы напали на Мельбурн, и что этот город государства находится под вашей защитой. Мы не хотим войны с вашей державой. Захват этого города был прискорбной необходимостью. Вы за это заплатите. Добить. Институт. Плюс 2 торговых маршрута в города-государства. Увеличивает на 100% количество предоставляемых городами-государствами ресурсов. Редкие ресурсы повышают настроение на 50% сильнее, чем раньше. Культурная дипломатия. Плюс 26 культуры мы сейчас получаем от одного Милана. Еще и науку. Охренеть. Нет. Да, но это, конечно, мощно. А вот, теперь каждый... плюс один делегат за каждый союзный город-государство. Очень хорошо. Так, жди. Наполеон готовит заговор против Баудики. Наполеон работает над созданием Тадж-Махала. Слышишь, Наполеон... Поделиться информацией, прощай. Сколько ему осталось ходов? Bonjour. Мария Тереза, блин. Восемьдесят. Зараза. Нечего красть. Движение. Почему нету кнопки просто поменять задачу? Не красть, а перестать быть шпионить и начать... быть дипломатом. Договор об исследованиях выполнен. Замечательно. Прага ищет инвесторов. Рабочий. Окей, ты уже пришел туда исправлять. В автоматическом режиме, даже когда стоит, что не заменять улучшения, они все-таки исправляют вот такие вещи. Это хорошо. Окей, тогда ты автоматизируйся. Открытые границы нет. О. Великий музыкант. Создать шедевр. Альбан Берг. Лулу. Да, вот они начали строить шахту. Отлично. И здесь уже тоже строят. Австрия становится принимающей стороной. Ничего, с этим... Это мы еще исправим. Опера готова. Фабрика плюс...
4 производства плюс 10% производства. Требуется 1 единица угля. Да, давайте сначала фабрику. Маяк готов. Цирк, пожалуйста. Можно купить, но мне деньги нужны на другое. Те, кто не помнит своей истории, обречены повторять ее. Археология позволяет строить музей, который способствует развитию культуры. Кроме того, он предоставляет и иные преимущества, связанные с культурой. Археолог, Лувр, музей, историческое место, археологические раскопки. Улучшение ресурсов, скрытое историческое место еще есть. Лувр. Ячейки шедевров 4, культура плюс 2. Требуется мореплавание. Рядом с городом, где было построено чудо, появляется великий художник. Окей. Пум-пум-пум-пум. Лодь Спарта. Мосункани Момбаса. Есть Мосункани Мельбурн. Окей. Банк, так. Я думаю, мы здесь купим фабрику. Чтобы здесь наконец началась нормальная работа. И построим фрегат. Биология, пожалуйста. В Познане купили пагоду. Куча исторических мест открыта. Ок. Открытые границы истекли, хорошо. Тадж-Махал создается в далеких землях. То есть мы даже не знаем, кто его построил. Как так? Подожди, мы не успели. Сколько нам не хватило, интересно? Один ход. Фабрика. Нарушенный торговый путь разграблен. Мы больше не можем покупать пагоду. Давайте покупать миссионеров. Греция кого-то защищает. Прагу. Торговый корабль. Каринф. Мария Тереза входит в новейшее время. Великий писатель. Чудо природы. Шава растет. 18-18. Класс. Нравятся мне мои города. 15-12. Окей. Нет. Греция, я готов с тобой поторговать. У тебя вроде есть что мне предложить. Ты? Легейс. Нет. Хорошо. Будапешт требуется великий музыкант. Алма-Ата пообещать защиту. И мы получили в подарок пушку. Кстати, это надо обновить трибушет до пушки. Фабрика готова, школу, цирк готов, мастерскую, пушку, да, куда бы ее поставить? Давайте вот здесь ее припаркуем. Начинаем войну. Нет, с чего бы вдруг? Так. Сюда. Приготовься. Фрегат, наконец-то. Очень хорошо. А, фрегат построили. Давайте теперь.
Давайте купим школу. Тебе столько всего строить надо. Или морской порт. Школу. И строй арену. Потом казарму. О, хорошо, правильная религия появилась. Франция, блин. 29 очков. Не лезь в мои города. Собираешься объявить войну Наполеону. Я в этом участвовать не буду, но я тебе готов заплатить, чтобы ты начала ее пораньше. Ich höre. Wir lehnen ab. Нет, уголь я тебе не дам. Gewiss nicht. Gewiss nicht. Gewiss nicht. Gewiss nicht. Нет, значит нет. Еще одного самурая нам подарили. Где наш воин? Мечники. А почему они не обновляются до аркебузиров? Я имею в виду самураев. Они превращаются сразу в стрелков, то есть в самураев. У Японии что, нету аркебузиров? Как-то странно. Гавань готова. Ведук. Мария Тереза готовит заговор против Наполеона. Пум-пум-пум-пум-пум. Жди. Самурай. Пины. Хорошо. Антананариву объявляет войну Наполеону. Греция и Антананариву теперь союзники. Нет. Семь тридцать шесть. Не лезьте к моим городам. Мечник, чтобы модернизировать тебя. А, денег нет. Думаю, железо. Железо вроде есть. Окей. Так, школа готова. Отлично. Давайте теперь музей. Нет, давайте сначала жандармерию. Все еще нет места для шедевров какие-то. Художников. Ну, вот, наверное, в музее будет место для художников. Или нет, в музее, наверное, место для артефактов. Обновить. А Мария Тереза ведет армию для внезапной атаки города Леон. Bonjour. Окей, не будем их предупреждать. Баудика нет. Вы там между собой воюете, только мне жить не мешайте. Я могу здесь город построить. Модернизировать. Где-то там должен бродить мой... Нет, не скаут, а рыцарь. Миссионер куплен, окей. Мария Тереза работает над созданием Красного форта. Наполеон готовится к внезапному нападению на другую державу. Жандармерия готова. Музей, ячейки для шедевров изобразительного искусства или артефактов. Отлично. Пум-пум-пум. Пум-пум. Посмотрим, что там внутри.
Торговый путь. Познань, Эдинбург. La France t'offre cette proposition exceptionnelle. Давай сотрудничать. J'écoute. Пум-пум-пум. Тебе не хватает 45 монет. Très bien. Tu disais? Ты офигел? La France t'offre cette proposition exceptionnelle. Bien sûr que non. Офигеть, я еще ему за это платить должен. Мы рекомендуем вам не обслуживаться с Францией. Нам жаль, что это вызвало разлад между нами. Если бы работа мозга была доступна для нашего понимания, мы были бы слишком глупы, чтобы понять. Биология. Открывает на карте нефть важный ресурс на поздней стадии игры. Также позволяет строить больницы. Этот тип зданий ускоряет рост городов. Окей. Нефть. По идее, ты сейчас должен автоматически здесь заменить. Ты уже начал работать. Новый институт. Давайте добьем меценатство. Принятие всех общественных институтов меценатства приведет к тому, что союзные города-государства будут иногда дарить вам великих людей. Федерация торговцев от торговых маршрутов плюс 2 к золоту от торговых маршрутов города-государства. Металлургия. И мы можем выбрать идеологию. Так. Нам подойдет либо... Наверное, свобода, потому что мы смотрим на в сторону дипломатической, либо научной, либо культурной победы. Плюс один к настроению в городе от каждого национального чуда. Плюс один к настроению за каждый монетный двор, банк и биржу. Плюс один к культуре от каждого шедевра. Скорость появления великих людей. Специалисты потребляют в 2 раза меньше пищи. Удваивается шанс на подтасовку результатов. Плюс 3 к золоту от всех торговых путей с другими державами, принявшими идеологию свободы. Давайте возьмем капитализм. И... гражданское общество. Фабрика готова. Отлично. Строй школу. Мастерская готова. Уголь у меня хватает угля. Тогда в фабрику. Нет, святилище. Выйди. Не можешь выйти? Так, ты иди сюда. После музея будем строить поселенцев. Пам-пам-пам. Поселенец, поселенец. Давай сначала поселенец, потом музей и потом археолог. Больница. И банк, и стены. Больница, музей. Казармы. Морской порт. Плюс один к производству и золоту на морских клетках с ресурсами в радиусе города. Здесь таких нет. А, нефть будет. Но пока что нет. И дает плюс 15 производству при строительстве кораблей. Вот это вот уже намного лучше. Ок. Грузовой корабль. Эдинбург. Вперед. Аркебузиры. Ок. Миссионер. Бум. Надо его отправить в города-государства, которые хотят получить мою религию. Нефть. Нефть, окей. Наполеон вошел в новейшее время. Мир. Да будет мир. Все дружите со мной, у вас будет мир.
Окей, давайте на этом мы на сегодня прервемся. Так, хорошо, мы уже продвинулись всего за несколько серий. Блин, я говорю, раньше мне цивилизация казалась длинной игрой, теперь уже не очень. Хотя, в принципе, нам еще современность, эпоха атома и информационная эра. Ну, посмотрим. На сегодня все. Продолжение в следующий раз.